Мы приветствуем всех зрителей, слушателей нашего интернет-канала. И сейчас мы ведем репортаж из студии в МПГУ. Здесь проходит 16-й всероссийский марафон учебных предметов. Сегодня День учителя химии. И на Дне учителя химии перед учителями выступал Владимир Николаевич Доронькин, кандидат химических наук, доцент Ростовского государственного университета путей сообщения, правильно сказал? Правильно. Да. И автор пособий по химии издательства «Легион». Один из авторов. Вот, и сегодня речь на мероприятии, на лекции Владимира Николаевича была о новых заданиях ЕГЭ этого года. Добрый день, коллеги. Значит, задания ЕГЭ в 2017 году претерпели очень большие изменения. Эти изменения как структурного плана, так и содержательного. В структурном плане произошло изменение. Переход, полный отказ от заданий с выбором ответа к модели задания 2 ответа из 5 или 2 ответа из или 3 ответа из 5. И задание на соответствие в базовой части, ну, в части 1 теперь называется, экзаменационной работы. Очень большие изменения, самые кардинальные изменения претерпел вопрос 26, который всегда традиционно, он раньше был, состоял из двух половинок, он всегда вызывал наибольшие затруднения. Это вопрос, связанный с технологиями химических производств и применением практических веществ в быту. Значит, в наших пособиях, пособиях издательства «Легион», для подготовки к ЕГЭ по химии этого года выпущены книжки, которые называются «Тренировочный тренинг 2017» и «Химия ЕГЭ 2017 года». В этих 30 вариантов, в этих книжках, в книжке 30 вариантов, это книжка для отработки итоговых навыков, для финальной подготовки, для шлифовки своей подготовки, уровня подготовки к ЕГЭ. Книжки тренинг у нас две. Одна базовая повышенного уровня сложности, вторая высокого уровня сложности, или раньше называли задания части С. Приводится достаточно широкая линейка заданий, формулировки которых совпадают в основных чертах с теми вопросами, с формулировками вопросов, которые даются в заданиях ЕГЭ. Ну, и сами тексты заданий основываются в основном, ну, очень близко в формулировках своих совпадают с заданиями, с теми, которые предлагают задания ЕГЭ. Но те учителя, которые пользуются нашими пособиями, говорят, что эти пособия чуть-чуть тяжелее, чем то, что может попасться на реальном экзамене. Но мне кажется, что это даже хорошо, потому что если ты решил тяжелое задание, что с более легким, ты, конечно, справишься. Но это вот что касается наших пособий в этом году. И, конечно, подготовка вот, для того, чтобы ребенок выдержал экзамен ЕГЭ, он должен обладать хорошим запасом базовых химических знаний. То есть тех знаний, которые, ну, можно сказать, опорные знания, базовые знания, то есть основные химические понятия. Вот я даже сейчас спрошу, вот сидит здесь представители, значит, организаторы марафона, и они вспомнят слово, что такое кислота, что такое щелочь. Кислота реагирует со щелочью с образованием солей. То есть я вспоминаю, такие знания называются, скорость реакции увеличится при повышении температуры. Такие знания называются базовыми. И вот если вы выучите, действительно, выучите, запомните, поймете такие базовые знания, отработаете те задания тренинга, которые приводятся в наших пособиях, ну, есть надежда, что вы удачно сдадите экзамен ЕГЭ. А книжка 30 тестов предназначена для того, чтобы окончательно отрабатывать навыки работы на скорость, шлифовать свои знания, выявлять свои недостатки и ликвидировать их путем самостоятельной работы. Но я, конечно, хотел бы пожелать как ученикам успешно выдержать ЕГЭ, экзамен ЕГЭ, поступить в институты, в которые они планируют, а учителям, ну, добиться высоких результатов у своих подопечных. Да, и чтобы у них была возможность радоваться за своих детей. Ну, это конечно. И когда, ну, я работал учителем, сейчас еще продолжаю работать. Поэтому, когда твои дети добиваются результатов, побеждают на Олимпиаде или набирают 100 баллов на ЕГЭ, то, наверное, радуешься больше, чем каким-то своим успехам, которые были раньше. Особенно, если брал ребенка, ну, ребенок был изначально не очень сильный.
Да, здорово. Еще, пожалуйста. А вот скажите, пожалуйста, что вы могли бы посоветовать ученикам? Для подготовки к ЕГЭ? Не для подготовки. Вот для того, чтобы сдать хорошо ЕГЭ, нужно... Нужно знать базовые знания. Да, базовые это первое. Знания. Базовые было, знания хорошо. Я сказал. Второе, коллеги, да. Второе, дети. Да. Значит, нужно учиться читать. Слова, уметь читать означает не складывать слова в буквы, не понимая их смысл. Уметь читать и понимать смысл сказанного. Это называется анализировать текст, потому что большая часть заданий, вот в этом году по химии в экзамене ЕГЭ, все задания идут только через анализ текста. Когда я поступал в институт, было гораздо легче. Я сдавал устный экзамен, я ответил на пятерку, и преподаватель был рад, что я отвечаю на пятерку. По всем предметам ЕГЭ, химия, физика, биология, математика, только решение задач. Это задачи могут быть расчетные, логические, графические. Там, ну, трудно сказать, в каком виде их подают, но это все только через решение задач, только через анализ текста и только через уверенное владение базовыми знаниями. То есть базовые знания, работа с текстом и, наверное, немножко самообладание. Ну, когда вы садитесь, берете, вы задали сейчас вопрос, а я покрылся мурашками. Да? Да. Как сдавать экзамен. Когда вы садитесь, начинаете сдавать, вот те, кто занимаются спортом, тем знакомо хорошее слово мандраж. Когда у меня отказывают руки, ноги, я не знаю, выплыву я из этого бассейна или утону, прыгну с тумбочки в воду. Значит, задача. Когда вы сядете, получите задание ЕГЭ, вам помогают. Вам дают примерно 10 или 15 минут для того, чтобы вы вначале заполнили типовые бланки, вот все эти листочки, ответы, чтобы вы сосредоточились и успокоились. Чтобы мандраж прошел. Чтобы мандраж прошел, да, я слово это такое, почти литературный мандраж. Значит, чтобы вы успокоились. Если вам это не удалось, попытайтесь применять приемы, ну, какие-то вот действия. Вот дома вы, например, вы кладете ручки каким-то образом, может быть, вы приглаживаете волосы, но обязательно постарайтесь успокоить себя где-то в течение минут за 5-10 от начала работы. Тогда вы будете справляться. Ни в коем случае нельзя пользоваться никакими успокоительными средствами. Если вы попытаетесь выпить такие средства, то никто не знает, насколько они вас успокоят. Может быть, они вас успокоят настолько, что вы будете совершенно спокойны на экзамене, но не сможете ничего выполнить. Поэтому, коллеги, все-таки, коллеги, ребята, это ваш экзамен, ваша большая очень проверка и проверка вашей самостоятельности и ответственности за принятое вами вот в прошлом или в позапрошлом году когда-то решение. Но это ваша подготовка. Учителя вам только помогают. Ну и наши книжки тоже. Пособие, во всяком случае, по химии, издательство «Регион», они вам точно помогут выдержать такие экзамены. Пожелаем всем успеха на экзамене. Ну что ж, говорят, ни пуха, ни пера. И всем удачи.